В прошлый раз мы с вами написали скрипт, который сейчас будем превращать в демон. По сути, дело сводится к тому, что нам нужно написать просто инициализационный скрипт, после чего у нас появится демон, которым мы можем управлять через стандартные команды старт, стоп, статус и так далее. Кроме того, добавлять его в автозапуск и делать прочие интересные штуки. Будем сначала работать с инициализацией в стиле CSV и будем писать демон под CSV. Презентация у меня осталась точно такая же, как раньше. Напомню то, что у нас CSV используется до сих пор в CentOS до версии 6, но 7 версия тоже запросто поддерживает инициализационные скрипты в стиле CSV. Ну и в прочих дистрибутивах разнообразных можно обнаружить, что есть пока еще обратная совместимость с CSV, поэтому в большинстве систем такие скрипты будут работать. Тем не менее, мы, конечно, современную инициализацию в стиле systemd рассмотрим как раз в следующем видео. Написание инициализационного скрипта – это написание точно такого же скрипта в Bash, как и скрипт, который мы писали. То есть мы сейчас еще и поупражняемся немножко в Bash. Напомню, у нас есть с вами файл, который лежит в opt и называется checker.sh. Вот этот файл. И он у нас просто выводит алерты, если у нас какая-то там большая загрузка процессора больше, чем этот лимит. Значит, для того, чтобы создать инициализационный скрипт в стиле CSV, нам нужно с вами сначала попасть в etc init directory. init.d. И посмотреть, что в ней есть. В ней в 7-м CentOS уже мало всего, потому что в современном CentOS, в 7-м, который у меня здесь используется, у нас инициализация уже свежая. Но тем не менее мы можем здесь указать старые CSV-шные скрипты, и мы сейчас это и сделаем. Я создам файл здесь, который назову просто, например, checker. Тот у меня называется checker.sh, а этот будет просто называться checker. Синтаксис у файла довольно простой. Я по совету слушателя добавил, наконец, себе цветовые схемы Vim, и вам теперь должно быть видно, что здесь я буду писать. Значит, символ шибанг. Указываем путь к оболочке, binbash, как обычно. Дальше давайте я, чтобы не набирать, буду экономить время и вставлять. Дальше я указываю ключи для checkconfig. Checkconfig — это у нас утилита, которая позволяет управлять демонами. Ставить их в автозапуск, там проверить и так далее. Так вот, здесь мы указываем первые цифры. Это те run-левелы, уровни запуска, на которых у нас наш скрипт должен запускаться. Вторая цифра – это какой приоритет запуска у скрипта, когда он должен запускаться, каким приоритетом. И это какой приоритет остановки у этого скрипта. Это значение по умолчанию 20 и 80. Вам редко нужно их менять, но если что, меняйте. 2, 3, 4, 5 – тоже стандартные run-левелы, которые у нас используются по умолчанию для запуска операционной системы в различных режимах, но именно для запуска, а не для остановки. Дальше. Обязательно нам нужно описание какое-то, иначе у нас многие утилитки, тот же checkconfig, будет ругаться. Ему надо, чтобы было описание. Поэтому пишем description. И в description мы указываем то, что у нас данный скрипт, допустим, проверяет CPU load. Просто текстовая информация. Дальше, опять же, checkconfig будет ругаться, если мы с вами не укажем библиотеки. У нас есть стандартные библиотеки, мы указываем точка и через пробел стандартную библиотеку. Я сейчас, признаться, задумался, зачем нам вначале эта точка. У нас же нет никаких дополнительных функций в данном месторасположении. Но бог с ним, я попробую с этим разобраться и напишу вам в комментариях. Если вы знаете, тоже мне напишите. И дальше мы пишем текст самого демона. Значит, для создания демона мы будем использовать оператор case. Case позволяет нам выбирать со стандартного ввода информацию. Есть стандартные переменные $0, $1, $2. $1 – это первый аргумент, который нам передается. Так вот, оператор case у нас будет работать таким образом. Если в качестве аргумента у нас передана функция start, тогда мы отправляем в наш лог, вот здесь вот только мне нужно его подвинуть немножко, var log checker, мы с вами создавали этот лог в прошлый раз, мы отправляем в этот лог следующую информацию. Во столько-то, то есть содержимое переменной date, служба checker была запущена, чтобы у нас была какая-то информативность у демона, мы хотим, чтобы этот демон писал в лог о себе информацию. Дальше, мы запускаем наш скрипт opt-checker.sh и запускаем его в фоновом режиме, поэтому у нас здесь в конце ampersand. Мы об этом на LPG говорили. Мы запускаем его в фоновом режиме, после чего его PID, если мы запускаем скрипт в фоновом режиме, у нас ID-шник процесса последнего, который мы только что выпустили, содержится вот здесь вот, вот в этой переменной. Доллар восклицательный знак. И в этом как раз заключается хитрость. То есть мы берем ID-шник процесса, который только что мы запустили в фоновом режиме, и записываем его вот такой вот файл. И используя этот ID-шник, мы в дальнейшем сможем управлять процессом. Закрываю я первое условие двумя точками запятых. Это в случае, если у нас
мы послали команду старт. Если мы посылаем команду стоп, то есть это продолжается условие, которое видит оператор кейс. Если у нас работает команда стоп, тогда мы эхом посылаем в тот же самый лог информацию о том, что во столько-то служба была остановлена. Мне, признаться, больше нравился Vim, когда он подсвечивал мне синтаксис весь разноцветным, а не вот так вот. Далее нам нужно убить наш процесс. Для этого выполняется у нас команда kill. Только кавычки давайте я поправлю, потому что они абсолютно всегда вставляются косые, нам нужны прямые. И для того, чтобы знать, какой процесс нам нужно убить, мы считываем содержимое вот этого файла командой cut. В этом файле у нас находится ID-шник процесса, и мы этот ID-шник процесс туда отправили вот этой вот наверху командой. То есть мы убиваем ID-шник нашего процесса, ну, процесс по ID-шнику, после чего удаляем этот файл из вара. Закрываем условие двумя точками с запятой. Следующее условие. Рестарт. В случае рестарта нам нужно последовательно выполнить команды старт и стоп. Тут опять берут и приходят к нам на помощь наши хитрые переменные. $0 – это название текущего скрипта по умолчанию. То есть название файла сценария. Поэтому, по сути, $0 будет заменен на название нашего вот этого вот сценария checker. И, по сути, будет выполнена команда checker stop, а потом checker start. Все очень просто. Дальше. Поинтереснее немножко случай, если мы передаем кейсу параметр статус. Хотим посмотреть статус нашей службы. Тут на самом деле тоже все просто. Если у нас существует вот этот вот файл с ID-шником процесса, тогда мы можем вывести следующую информацию. Мы можем сказать то, что да, чекер у нас запущен, а ID-шник процесса мы берем из нашего файла, как обычно. Во всех других случаях, то есть если у нас этот файл отсутствует, не ключ минус и, а просто отсутствует, тогда мы выводим информацию, говорим то, что чекер у нас не работает, и завершаем работу нашего скрипта. Затем мы закрываем наше условие if ключом fi. Затем мы закрываем условие для кейса точками запятой, чтобы закрыть вот этот ключ статус. И теперь у нас остается еще один вариант. А точнее все остальные варианты, звездочка. Во всех остальных случаях, если кто-то вводит команду с опечаткой, там старт, стоп, как угодно ошибается, мы выдаем следующую информацию. Мы говорим, то, что используется наш скрипт, то есть usage, сюда подставится имя нашего скрипта, usage checker, и показано то, что мы должны с вами выбрать одну из четырех вот этих вот команд, иначе наш скрипт не понимает, что мы от него хотим. Закрываем условия оператора case словом exact, то есть case задан наперед, и выходим из нашего инициализационного скрипта. Тут мы выйдем с экзитом 0, значит, это разные статусы выхода. Вот единичка говорит о том у нас чаще всего, что произошла какая-то ошибка. В частности, в данном случае у нас служба не запущена, это считается как бы ну, нехорошим состоянием службы. А здесь мы просто выходим из нашего скрипта со стандартным ноликом. Вот такой получился простой скрипт. Давайте я его сохраню, давайте я его открою еще раз. Вот теперь он подсветился у нас более-менее. Сразу он почему-то отказывался нам подсвечивать. И мы видим то, что да, мы создали с вами скрипт стандартный, шебэнг. Чек-конфигу говорим, на каких случаях, на каких уровнях запуска запускаться, с каким приоритетом запускаться, с каким приоритетом останавливаться. Указываем путь к библиотекам. Оператор кейс, который позволяет нам считывать первый ключ на вводе. Мы сейчас будем вводить и экспериментировать. Ключи у нас могут быть старт, стоп, рестарт, статус. В зависимости от того, какой ключ, мы выполняем действие. Из интересного здесь то, что мы с вами запускаем скрипт наш в фоновом режиме и сразу передаем его ID-шник в соответствующий PID. И затем, в случае, если нам нужно этот скрипт остановить, мы его убиваем, считывая ID-шник его из этого файла с PID-ом. То есть все довольно просто. Теперь нам нужно превратить этот скрипт в исполняемый файл, поэтому я пользователю добавлю права на этот скрипт, checker. И давайте попробуем его запустим. Скажем сервис, давайте не запустим, а скажем checker, допустим статус. И он говорит, что checker не запущен. Давайте скажем checker start. И он говорит, что да, checker запустился. Давайте скажем checker stop. Checker остановился. Что у нас сейчас осталось? Checker restart. Рестартанули. И пусть он спокойно себе в фоне бежит. Если мы скажем сервис checker, например, я не знаю, что-нибудь bad. Тут он нам скажет то, что мы должны для скрипта etc.net.checker использовать только вот эти вот команды.
То есть, если мы пишем какую-то чушь, он у нас выдает нам ошибку. Ну и для того, чтобы скрипт поставить в автозагрузку на тех уровнях, которые мы указали check-конфигу, мы пишем check-конфиг, имя нашего скрипта, checker on. Вспомнить, по-моему, мне еще кажется ключ list, который показывает, в каком случае какие у нас службы запускаются. Вот он здесь показывает, да, я запустил check-конфиг с ключом list и вижу то, что checker у нас запускается по умолчанию вот на этих уровнях запуска. Run-левелы, чек-конфиги, кто не помнит, смотрите соответствующее занятие по LPI. Ну и давайте, раз у нас служба сейчас работает, посмотрим, что у нас там происходит в логе. Var, log, checker. Мы столько раз ее запускали, перезапускали. Вот мы последний раз ее остановили, запустили, перезапустили. Вот она у нас, как мы ей говорили, раз в 10 секунд пишет нам алерты. В общем, вот так сейчас наша служба работает. Проверяем ее статус. Видим то, что служба запущена. А вот тут у меня произошла ошибка. Он у нас не отслеживает пиды. Нам нужно скрипт немножко отредактировать. Точнее, отслеживает, просто я здесь эхом неправильно вывожу информацию. По-хорошему, мне здесь нужно присваивать, ну так будет точно работать, значение переменной. То есть я скажу, чтобы он брал значение пида из переменной, в которую вставится катом содержимое файла. Проверяем. Пишу я сервис checker status. Отлично, айдишник есть. Давайте все-таки разберемся, что у нас там с логом происходит. Лог checker. Информация не добавляется. Я сейчас стал подозревать, что это из-за того, что у меня в аптайме нет никакой загрузки. Да, у меня загрузка, видимо, только что случилась, и это совершенно не страшно для моего checker. Так что будем считать то, что у нас все в порядке. Под конец я немножко накопипастил с этим пидом, и поэтому он у нас не вывелся, но это я, видимо, в какой-то другой системе проверял, когда оттуда брал вот этот вот скрипт. Значит, мы сейчас с вами написали простейший инициализационный скрипт, в котором указали, на каких уровнях у нас этот скрипт должен запускаться, добавили в автозагрузку, поработали с его ID-шником, пообращались к нему стандартными командами start, stop, status и так далее. Здесь ничего такого сложного нету, примеров в интернете миллион, как писать такие скрипты под CSV. Общий принцип мы с вами рассмотрели, с каждым пунктом этого скрипта разобрались, кроме точки в библиотеке, я сейчас с ней покопаюсь, поищу. У кого будут вопросы, задавайте, а так экспериментируйте, пробуйте, пишите свои демоны.